Привет. Хочу заснять, как я набираю березовый сок. Ну, в первую очередь нужно повзаимодействовать с березой, попросить у ней сока. Вы должны понимать, что везде кругом живые организмы. Вот. Ну, как почувствуете, что можно набирать, то набирайте. Вот. На 200 гвоздем прокалываю дырочки, где-то по сантиметру под конус. И вставляю трубочку из-под коктейля. Вот. Бутылка 1,5 литра. И вот 3 трубочки капает бутылка. По времени я не знаю сколько. Может, пару часиков нальется. Все зависит от солнца, от движения сока. Вот. Из березы желательно брать немного сока. Ну, может, там 3 литра достаточно будет. Вот. И как наберете, просто поблагодарите березу, что спасибо тебе, березка, за сок. Ну, чтобы на душе было хорошо от того, что вы делаете. Дырочки потом можно замазать садовым варом, вот, или аккуратно вбить по контуру колышек, березовый колышек, и срезать под лицо. Вот. Ну, лучше, наверное, варом, чтобы сок не проходил. Вот. Ну, пользуйтесь. Пока-пока.